еще прикольный? Мироша, попугай. Мирош. И будет он у меня на плече сидеть. Плыву, брат. Только от любви. По волнам этим. Ловлю их. От любви поплыл. И сразу нахуй. А ты подстриг? Не, я не нашел этих. А, да нормально, не так уж и пиздец. Вообще нормально. Шипалку. Чуть-чуть я снова улечу. Пацаны не стоят ни на чем, они плывут. Нифига себе. Там точно больше 130 килограмм? Ну. Лиз, когда в медийку вернешься, говорит. А что это значит? Я тоже не понимаю. Радуйтесь, что вы в одно время с ней живете. Можете в инстаграме на нее посмотреть. Газированная. Опа, опасный тип. Окей. На нем баланс. Опасный тип. Что, поскакали? Поскакали. Как мы думали, то что я еще хочу. Все, мы сейчас идем в какой-то газон и пойдем скакать по ним. С лошадью? Ну, надо пока не скакать, мы первый день. А это не она идет? Нет. Ты поверни им камеру и поставь на 0,5, они любят гулять. Они в основном все дома сидят. Что ты делаешь? Супер, так хорошо. Вертушечка. Вот, ребят, гуляем. Смотрите, маки. Здесь очень много маков везде. Вы знаете, что при желании эти маки можно скрафтить в нечто другое. Понюхать. Что, мак? Лошадью. А ты круг. Так. Вот так вот мы выбахнем. О, что за флешки, братки. Себастан Тиги. Ой, так мило. Мне кажется, он занят своей дочери. И показывает ей деньги. Там типа 250 евро наличка. Он звонит ей, показывает. И она в ответ что-то радостное. Детский голос радостный. Да? Так, ну да. Ну пусть так и будет. Видимо, заработал, может, здесь. Не, Лиза не будет в интервью. Алишер был сам. Но про Лизу будет. Еще побудет. Я не знаю, что. Там уже жду. Мы так получилось, что 3-3 суток мы провели. Не отрываясь. И все это время разговаривали. Я не знаю, что там Вася намонтирует. Мне кажется, там будет частей 10. Ну, вон, кстати, классная полянка. Идем. А, это был убит. Ой, занесло меня. Мы туда на конях с тобой на Кипре катали тоже. Друг друга бортовали. Да, побежал твой на меня. Ой, какой,
какая галка. Я красивая. Тоже смотрю на нее. А так видно будет, интересно? Там видно, что там? А, она улетела, покажу, ну. А я вот так сразу и пойду. Давай настроим это как-то. Я могу помочь оператору. Сейчас. Да? Давай. Я буду за камерой. Да. Ставь, будем смотреть, как она выглядит. Вот так. Ой, там типа и на великах кайфуют. Горцуем. А чем вы занимаетесь, ребят, блядь? Напишите в комментарии. Так, ну что, надо побежать. Нам нужны преграды. Вот это, блядь, контент. Вы не в ахуе там? Любимый, надо снять видос. Вы не в ахуе вообще с пока, этой темки? Пока мы можем, ребят. Давай снимем видос. Давай, давай. Мы можем всегда. Мы можем встать. А можешь у себя смотреть? Видно им, как я это все делаю? Да, пускай нормально, ребят. Мы сейчас сделаем видосик и придем. Не терять. Так, дорогой, ты тут? Ты видишь себя вот? Да. Ты должен сейчас... сесть, а я через тебя прыгну, и наоборот. Сесть вот так? Да. Давай. Ну, прям сильно сесть, чтобы я тебя не заденешь. А, ну, слушай, заденешь, блядь, будет даже интересно. Давай, вот нет, так. Ты должен подальше. Еще дальше? Еще дальше. Вот так, супер, супер. Давай вот так, чуть бочком, а ты наискосок. Давай. Беги. Класс. Пробуем. Вот так? Да, да, прям оттуда беги, знаешь. И просто через меня и туда, в них. Так, я делаю. Давай. Лежи, пожалуйста. Блять, нихуя. Я посмотрю. Надбилось хорошо. Подожди, я сейчас в слоумо должна это снять. Слоумо? Да. Давай. Сейчас. Это у нас слоумо точно. Так.
А ты что? Я ржу! Где? Да посмотрим. Теперь ты так будешь делать. Давай. Давай ты прыгаешь, а я на месте потом погорцую. Не, я хочу, чтобы ты через меня прыгнул. Давай. Отлично. Сюда. Так. Поближе будешь, так? Делаю? Сейчас. Оп. Да. Это было. Я посмотрю. Манишот это называется. Да охуенно, блядь. Браво. Браво. Лизон. Плюс один контентик. Лежим на природе. Класс. Блин, классно. Просто вот так лежать. Ты ничего. После хобби-хорсинга, да? Вот так вот. Как приятно, ребят, после хобби-хорсинга вот так вот прилечь. А ты можешь лечь на свою лошадь, смотри. Ой, на мою. Ничего. Ебать, облака прям очень, очень агрессивно. Мне кажется. Да. Хуярит. Ага. Смотрите. Это из-за ветра. Да, как-то прям даже сказочно. С конями, блядь. Просто я на единороге просто вешу. Да, загниваем, ребят. Природа круто. Природе и лайк. Если бы у природы был свой канал, я бы подписался. Красиво лежим. Красиво живем. Оп. Ну и что за цвета? Блять. Неужели? Не. Не надо. Не надо. Блять. Блять. Все, блядь, больно. Ладно. Дышать уже больно, нахуй. Нормально. Ребята в шоке. Фу, блядь, девочки, вы упали нахуй. Что там?
Ой, красиво смотри. Пиздец, вот этот кадр. Сделайте нам эдит какой-то там, Тима. Пуф, бам, бух. Сними эту штуку, плюс. Какую? На голове. Давай. О, класс. Ой. Какой там? Роллер. Роллер. Рейсер. Ну, озеро в лесу, у тебя скоро будет? Не, я не думаю. Ой. У меня генетически все охуенно. Тьфу-тьфу-тьфу. Но лысым я ж тоже пиздатый, да? Очень. Да. Мне вообще очень нравится. Так что я не проиграю. Такой секси. Да? Угу. Класс. Намек? Нихуя. Интересно, а через сеть интернета и прочие коммуникации передается вайб, вот типа энергия? Люди чувствуют то, что чувствуем сейчас, мне интересно. Да, пишет. Пизда. Да. Пизда. Да. Пизда. Тоже улыбаемся. Да. Ура. Блин, надо найти цветочки и в них положить айфончик и вот так клац. Ты там не снимал штаны? А нет цветов, смотри-ка. Пойдем искать цветы. А у тебя по видео все? Что такое? Опять голову? Да. Блядь, зачем, куда? Пойдем машинку, может, потихоньку. А цветы? А мы по пути поищем. Да? Хотя бы уберем эту в тачку, если что. Давай. И покатаемся, может, погуляем. Давай, я пакет возьму. Бес реально очень, ну, фу, похож. Я когда-нибудь покажу родину свою. Все такое зеленое. Никаких, знаешь, пальм, тропиков. Да-да, Подмосковье. Прикинь, 2 часа уже с ним идет. Я думал, машина. Я думал, он идет. Да, мне казалось, мало. Но тут, конечно, такой городок. Ну, не провинциальный, а... Если Амстердам, он такой тусовочный, весь красивый, здесь как будто спальни, что ли. Там вот тут, да. Поехали, найдем его. Поехали, хот-дог. Поехали. Ура! А какой, типа, французский или поп? Да любой. Фу.
кайфую. У тебя столько цветов в кадре сразу стало. За ваш день? Ну, да вообще, вот если... Здесь всего два цвета вижу. Все. Нихуя себе. Что-то мы зарепцовываем. Сколько песни нам какую-то? Ничего на свете лучше нету, чем родить друзей по бюссету. Тем, кто дружен, не страшен. Любые дороги, дороги. Тем более в Амстердаме. Открывай. Да хуй знает где тут. А, блядь, не знаю. А вот. Вот, делай. Бам. Вот так вот коней сложили. И хот-доги. Что, ты еще поведешь этот стрим? Тут можно подсоединить вот так. Что, давай сводить? Угу, я тоже хочу. Ребят, на мини-купере инициатива случайная. У друга Алишера он просто был и нам дали. Но я все равно бы... Мы вообще очень хотели смарт. Да. Очень интересно, как в этой машине. Может, у кого-то есть, расскажите. Очень маленькая хочется. Маленькая двухместная залупа. Как она вообще? Мне кажется, парковаться вообще лучшая идея так. Ее кого-то можно просто на руках домой заносить. В лифт, знаешь? О, чё? Вот это выглядит как нихуя себе хот-дог. Надо 16 километров ехать. И сколько это? Ну, это что-то... Сколько это минут? Сколько это минут? Полчаса. И стоит хот-дог того? Как будто нет. Ну, слушай, мы же все равно ничего не делали. Что, отправляемся в долгое путешествие? За хот-догом. А почему нет? Ребят, простите, что вы так лежите, я губы мажу вазелином. Да кто я понял. Мне пока неудобно взять вас. Как это остается вышки? Ткань, ну да, ткань неплохая. Легкая. Магазин не помню, правда. Но они были дешевыми. Все, я... намазюкалась. А мне кажется, нашел нехуй хот-дог и всего лишь 13 минут я. Ой, даже нету никакой штучки. О, откроем окно. Нет, крышу. Да я одену очки. Я не пристегнула, секундочку. Едем. Она будет так. Если хочешь, я тебе могу эту... А, не, все нормально. А все прикольно. Mm-hmm. Ой, выглядишь нехуйственно. Mm-hmm. Как героиня сериала. Самого интересного сериала. Каким шампунем используешь? Я не знаю, он корейский, я не помню название. Но я сфоткать могу. В своем телеграм-канале. Ой, класс! Фибика ли тебе?
Надо ли менять виниры, спрашивают вообще, как процедура? Она навсегда или она должна... Ну, у меня уже... Так, сейчас. У меня уже 3 винира выпало нахуй. Поэтому да, надо. Видимо. У него когда был первый зуб, винирский, он у меня в шкатулке лежал. Винирский. А он до сих пор, он до сих пор там. Да? Да, шкатулку. Надо шкатулку мне привезти. Чем вазелин для губ помогает? Мне просто нравится, что он очень хорошо увлажняет губы. И консистенция эта, она не неприятна на вкус. Она просто никакая. Поэтому вазелин. Ой, а можешь мне айкосик сделать? Yes, sir. А можешь музыку просто намутить? Говна. Музыка, слушай. Ой, я могу. Да, ты можешь. Но это ты не можешь. Чего я не могу? А потому что ты стримишь с этого телефона, который у тебя подключен. Так а мне другой вот. А это надо Bluetooth. Давай, давай. Сейчас давай сперва айкос, а потом сделаем Bluetooth. Ой, а у вас под таким интересным углом. Как вам мои ноздри? Я знаю, что одна не похожа на другую. Да ладно. Да. Не может быть. 100%. А зачем? У меня делала? У меня и сися одна меньше другой. Я это знаю. Ну вот. А ноздри не обращал внимания? Да. Да. Они как-то по-другому сделаны. Может, потому что мне ломают. Когда опять РП. Именно там. Да. Да. Одна больше. Ну вот, видите, так вышло. Свадьба, я не знаю, когда. Какая свадьба? Я тоже сама не знаю, какая свадьба. Идем к свадьбе. У меня свои зубы. Я не знаю, любимый. Время покажет. Да. О! Шершо. Я могу, кажется, подключить. Да, я могу подключить твой второй телефон. Ну это же супер. Давай. Все. Так, я включаю Bluetooth. И мини, да, есть. Смотри, Volkswagen, ебаный маленький жук без крыши. Не понял. Вау, ой! Вот это круто. Хочу такой. Пиздец. Пойдем заберем у него. Блин, какие мини-куперы красивые. Это Volkswagen жук. А, Volkswagen я прослушала. Я думала, это какой-то миник. Это мне? Это мне. Ой, так уже и красный начался, любимый. Ничего страшного. А почему не играет? Не играет. Но не играется. Значит, надо от зарядки отрубиться. От какой зарядки? А. Окей. Попробуй теперь. Он все еще играет? Может, мне надо этот к зарядке подключить тогда? А у меня тут не подрубится, может, другой разъем. Вот такой. Ха, пиздец, блядь, вот это квест. Ну-ка, ну-ка. А ну, играет? У меня, да. Да ты, сука, блядь, что за бред? Устройство, ну. Все, да, не, все, все нормально. Дезагирегизагир, ну-ка. Ну-ка, во. Давай. Надо. Играет. Да. А, так у себя прибавь. А, прикиньте, мы такие. Кто? Скуфы. Мы скуфы. Пойдет.
Ребят, все, смысла больше нет, зарабатывать деньги больше нет смысла. Больше ни в чем нет смысла. Мы когда-нибудь ссоримся с тобой, спрашивают? Да, бывает. Ну да, вздорим. Последний раз достаточно давно, да, было? Ну, мы просто день в день это решаем. Mm-hmm. Мы не откладываем больше, не обижаемся. Лайфхак. Что-то не нравится, сразу базарить. Класс, работает. И она еще тренит вот эту вот штуку по типу терпения, да? Сначала немножко подождать, остыть и прийти поговорить. Да, да, подбирай вот, слова. Вот я этому научилась, типа фильтровать, да. Но еще учусь. Растем как пенис. Какое любимое блюдо? А, давай, Алишер, ты скажешь, какое у меня любимое блюдо, я скажу, какое у тебя любимое блюдо. С пюре. Ага. И либо сосиски с пюре. А у тебя пускай тунцовый салат. Угу. И ты еще любишь. Что ведь ты мне как-то говорил, чтобы я приготовила? Беляши. Не еще. Но... Еще. Не знаю. Ну, короче, вот так. Но ты прав, да. Скажи им, какая красота там за окном. Да, покажу вам. Ребята, сказка. Прости, любимый. Не, ребят, я не то что ненавижу пиццу, я просто ее не особо люблю. Но если она будет, я ее съем. Кого, пицца? Пицца. Пицца, ты сказала? Да. Там мы едем в хот-доги. Да, мы едем в хот-дожную. Вау. Знаете сказку «Пряничный домик»? Это тут снимали. Вы узнали песню? Я так обожаю ее. Спасибо большое за музыкальный вкус, мне очень приятно. О, а тут мы были уже не раз. Здесь? Вон слева, смотри. Амакчик. Да, да. Блин, мы последние дни столько жрали дерьма. Да, меня посыпало. Точно хот-дог уверен, что будет сейчас. Бля, да буду, буду, да, конечно. Ладно, чё, можно сейчас. Отличная песня. Следующий лот, вот такая вот песня. Хорошая, я вам советую, если кто не знает. На небе только и говорят, что о море, ребята. На море надо побывать обязательно, если кто не был. Мама, ты не поясни. Ребят, любимая песня, я не знаю. Наверное, я когда-то у Алишера спрашивала, сейчас я разверну вам себя. А какую бы он песню слышал всю жизнь, если бы мир разрушился? А он сказал мне Guns N' Roses. November Rain. November Rain. 100%. А у меня, наверное, это Boogie Wonderland. Мне она очень нравится. Earth, Wind and Fire. Группа, по-моему, так. Очень нравится. Еще классная песня September есть. Есть. Я переехала в Лондон, и там постоянно надо разговаривать на английском, и из-за того, что у меня в башке просто ступор. Ой, Алишер. Ну, как так-то? Ну, смотри, постоянно тут хрустиков дохуя. Да, моя девочка. Мама. Бля, я обожаю. Я That long black cloud is coming down.
Feels like knocking on heaven's door, yeah. Кстати, вот тут прикольно, мы тут не были, да? Смотри, здесь похоже на Амстер, но людей нет. Ну, кстати, да. Да, так и ушки небольшие. Сможешь да, прогуляться похоже. Сейчас, пока погодка позволяет. Так, хрустики, блядь. Ага, смотри, сколько. Там очень много. Они заканчиваются. Да, здесь, конечно, на машине и такое все. Блин, а вот кого-то вот Питер, если... Получилось, блядь. Вот такая, вот так вот выглядит этот город. Очень похоже на Питер, в котором солнечно. Класс. Я такой не видела. Да. О, класс. Мужчины на работе, ебаный угу, рот. Группа так называется. Класс 4 на 7. Делаем этот мир. Ребята, следующая песня тоже очень классная. Кто хочет. Вай, одного я не просчитал, конечно. Ага. Что не везде можно парковаться. Так. И там тоже. Ребят, я не знаю, какой у меня уровень английского. Я давно не сдавала тест, вот сейчас готовлюсь к IELTS. Надеюсь, скоро сдам и узнаю. О, Джейсон Стэтхэм. Мусор выкидывать идет. Вот тебе, пожалуйста, Гарлем. Да, пожалуйста. О, парковка прямо здесь, да? Если она работает, значит, все. Значит, мы победили сегодня. Прямо около художника. Да ладно. Ну, и работает, смотри. Или нет? Ну, кстати, красный что-то горит, да? Ну, да. Не? А, может, вот так надо сделать, смотрите. Ребят, я не знаю, как модеров находить, вот это все делать, я вообще это не умею. Я не понимаю, что это значит. Да, вкусы у нас похожи в музыке. Я думаю, на 80%. Бинго план. Все. Закрыто, да? Ну вот здесь есть, можно встать. Пи-пи-па-пу-пум. Пи-пи-па-пу-пум. Ребят, я очень люблю Корею Южную. Очень классно, мне там не очень нравится. Вот Алишера пытаюсь уже развести, полететь наконец-то. Ну как развести? У нас просто всегда проблемы с визами. Вот это, знаете, ни в какую страну не прилетишь нормально. Дай бог. Ну, вот я когда ее в руки в своей возьму, в руку свою, и больше тебе не отдам никогда. Просто прижму вот так, чтобы ты не потерял. Она где-то не оказалась в ненужном месте. Класс. Пойдемте гулять за хот-догом. Угу, конечно. Ну что, ребят? Подписка закончилась как раз. Вот, под колокола выходим. Добро пожаловать в сказку. Блин, 10%, конечно, осталось у ребят. Где? На телефоне. Да ладно. Ну. Пауэрбанка не, видишь, мы же только вот, только-только в эту тему залезли, понимаете, в стримы. Мы еще, да, не подготовились толком. Сейчас я, конечно, подниму, понимаете, заебал меня эта хуйня.
Да, да, классика. Блин, крыша открыта осталась. Ну шо вы? Гуляем вашими ногами сюда. Ой, как хорошо на улице. Прям сюда. Идем. Видели? Я снимал. Вот так вот у нас тут. Очень красивые ребята. И нет ни на кого. А это церковь Святого Барона. Барона? Да, так называется. А, Бавона. Блин, тут очень кайфово на великах ездить по-любому. Ой, так красиво выглядит. Вот это. Сан-Джан. Вот это место очень красиво выглядит. Сколько нам идти до хот-дога? Ну, 3 минуты. А-а-а, уже вкусно. Уже модерн стрим, так. Кока, как тебе вот? Коконат форс. Орехи, а кокосы для сальса. Как это понять, что это значит? Ну, не знаю. Обнаем. Только нельзя, наверное, показывать, да? Нельзя, это же... Здесь же это легально, правильно? Продается? А это я. А, ну понятно. Членами торгуют. Вот так вот. Любимый? Да. Конечно, рад. 59А. Приветик, да, давай после стрима спишемся. И я вообще бы вам, наверное, канал отдал почистить и там лишний. О, смотри, это у нас сказочка. Смотрите, ребята. О, вот. Говорит, что сейчас сядет все. Эх. Ну, на всякий случай, вам удачи. Блин, какой воздух классный. Вообще очень величаво вокруг. Запись стрима останется вроде, да? Я не знаю. О, пожалуйста. Знаки повсюду. Когда цветок выйдет на площадке? Ему свое время, блин. Когда вы о нем забудете. Что там? Я бегу в Z и В. А. Р, корона, Z и В. У меня на руке так же. Что значит, дорогие, так? Я тебе не рассказывал? Нет. Смотри, у меня есть татуха. Я себе ее сделал чернилами на кухне. Да. В 16 лет. Видишь две буквы? Да. Видно их? З и В. Видишь? А-а-а. Это я себе сделал в 16 лет на кухне пьяный, блядь. И перебил потом. И вот теперь... И что теперь эти буквы значат? Спереди на герб. Но они мои. Зетка моя и Вэшка моя.
а ее используют в нехороших целях. Нихуя себе, мы где, блядь? Как красиво. Так, ну вообще мы пришли. Подоги или вот тут? Да, ну что, здесь. Тут следующий. А, следующий? Нет. Вот здесь, здесь. Тут, да. А, и там есть подоги? Ага. Ну вот здесь людей побольше. Давай. Там вообще ни одного, ну, а не один. Куда ты? Да вот тут прям классно. А пошли в сушку, туда сядем. Yeah. Yeah. Ой, собачечка. Вот. Идеально. Ладно. Спасибо. Да. Подожди. Все. Работает? Да. Прикольно здесь. Что-то в этом есть. Спим в прямом эфире. Реально. Вот сейчас популярная штука давай. Как это? Будите донатом? Да. Не будите. Просто донат. Спасибо большое. Как тебе Baby Mello? Класс. Мне класс. А тебе? Не класс. Я не шарю. Внезапный депфлэш мне в очко. Куда можно писать по поводу? Никуда пока не надо. О, ура! Пришел. Не увидел меня он. Кто-то. Ладно, я пошел сам где-нибудь. Это же Европа. Тут надо. Договориться. Да. Тут все люди, блин. Да, ребят, в чате наведут порядок. Да, наверное, уже не на этом стриме. В Праге, да, была. Пожила, кстати, достаточно долго. У меня там друзьяшки. Нет, Таня со мной перестала общаться. У меня была подруга, кто не знает, ее зовут Таня. Мы с ней дружили лет 5. И она, в общем, из-за того, что во время войны началась часть с Алишером, перестала с ней дружить. Типа она сказала, что я странная. Ну, опустим, это не важно. Дорогая, они поменяли меню, и у них нет хот-дога. Отлично. Пойдем искать дальше. Страшно. Ну, если хочешь кушать, можешь что-то другое. Нет, хочу хот-дог.
Сейчас надо спросить. Ребят, телеграм-канала все еще нет. Ну, наверное, будет. Не, Алишер мне до отношений вообще не нравился. Я за ним не следила, не знала, чем он живет. Ну, только какие-то яркие самые новости, которые были в инете. Есть сложнее, чем кажется. И у них нету? Нет. Вау. Мы идем вырежь бар. В ирландском пабе, если нет под Бога, то одно я не знаю, что это. Иду читаю. Что говорит народ? Я не знаю, тут какой-то пиздец иногда. Да? Я понял, короче. Ну вот модеры, видимо, и нас на это. Хуйню пишут или что? Я не знаю, я не понимаю. Нет, там... Так, 50 на 50. Я понял, ничего. Их бог наказывает. Куда идем? Вырежь пап, буквально 2 метра. Там есть? Я буду надеяться и верить в это. А если ведь просто хот-дог, оно не находит? Я это и делаю. Мы ходим везде, где есть миньон. Вот так и идем. Именно так. Без пиздежа. Все. Живем. Здравствуйте. Опа, фанаты. Так. Показываю. По зарядке, наверное. Да, ребят, 5% осталось. Да?